Всех приветствую, мои дорогие друзья, с вами снова я, Санжар, и сегодня продолжаем наше тропическое выживание. Поехали. Что ж, в прошлой серии мы нашли клад, но также за кадром я немного переработал, так сказать, вот эти вот панорамные окна. Я их убрал и сделал как бы обычные, открывающиеся, которые из мода. Вот, больше, в принципе, ничего не менял. Вот тут я ничего вот не менял. У меня еще одно осталось. Что ж, также еще на улице я поставил вот такие вот бревна. Вот как они выглядят. Ну и, в общем-то говоря, в целом ничего не меняю. Что ж, какие же у меня планы на эту серию? Поспать. Ну а также еще в моих планах сегодня сходить в путешествие. Так. Что ж, что же я возьму вообще в свое путешествие? Так, это пока что сюда выложу. Абсолютно все. Вообще, конечно, вообще, зачем я отправил путешествие, чтобы найти еще каких-то структур, например. Так. Так, одеваем кольчугу. Потому что это, в принципе, единственная броня, которая у меня есть, вроде как. Так, дождь пошел. Все понятно. Так, извините, конечно, за то, что я говорю в нос. Откуда у меня... Короче, в общем-то говоря, я решил просто как бы их выкинуть, потому что, ну, что за... Что, как? Это у меня они как-то дюбнулись, ребят, я клянусь вам, что я как бы не переходил тут в креатив, ладно. Что ж, просто типа это баг. Сделаем вид, что мы ничего не видели. Так, что ж, что же я у него получаю? Я факела, еду. Ну и, в принципе, все, можно отправляться. Ну и давайте я возьму лодку еще одну. Вот, все. Что ж, можно отправляться. Вообще, это будет путешествие не по океану, а как бы, так сказать, по суше. Так как я хочу поискать еще структуру, возможно, вдруг какой-нибудь еще один храм. Ну, с той стороны мы уже туда ходили и находили один храм. Вот. Так, мне просто нужно было перо. Что ж, ну, в принципе, по ресурсам у нас более-менее нормально. Железо у нас есть. Но я не хочу играть в железную броню, так как мне жалко моего железа. Да. Так. Также еще я планирую собрать немного этого тростника. Текс. Ну-кась. Что-нибудь есть? Нет? Вообще, вроде как, вот. Вот он, этот самый храм. В него мы вроде как уже хотя знать. Давайте на всякий случай проверим, заходили ли мы в него. Или это какой-то другой храм. А, да, мы сюда заходили. Вот, да. Так. Это возьму. Тоже уходим. Ну и вообще в моих планах найти еще какие-нибудь структуры в джунглях, которые... Из мода эти последние руины, или как он там называется. Вроде как, ну, вон там джунгли тоже продолжаются. Вроде как. Это ключевое слово. Это не точно. Так, ну, еды нам 100% хватит. Арбузы, 3-10. Ну, и также еще я планирую немного поохотиться. Так. Что ж, пока что, конечно, ничего не видно. Ну ладно. Так. Я взял топор, да. Ну ладно. Дерево все-таки, ну, тоже нарубим, потому что, ну, не лишнее будет. Особенно с этим модом на ремесленнические блоки я планирую построить еще, ну, сделать какие-нибудь еще декорации. Так.
Кстати, можете написать в комментариях, какие вы еще хотите моды видеть в данной сборке. Я все прочту и, конечно же, добавлю. Так, пока что, тем временем, я ничего не вижу, кроме как всяких пещер. Так. Вообще, как я помню, в этом моде на эти самые последние руины, как он там называется, в нем вроде как были еще какие-то, ну, вроде как храмы и новый моб какой-то. Но пока что мы ничто из этого не встречали, только обычный храм. Ну ладно. Что ж, так. Пока что, ну, типа, ничего такого нету. Thank you.
Короче, ребят, фиг поймешь, где я сейчас. Я просто... Я... потерял счет времени и места, где я нахожусь, что, зачем, сколько, откуда, самый главный вопрос. Фух. Короче, я сейчас... Я вообще не знаю, где, ребят. Короче, я ничего не нашел, ребят, из структур, блин. Только вот как мне теперь вернуться домой? Спустя 17 часов я наконец возвращаюсь домой. Ну и смысл этого путешествия я так и не понял. Ладно, что ж, что же у меня было еще на сегодняшнюю серию в планах? Так, стойте. Так. Вообще, у меня еще было в планах оборудовать второй этаж. Так как на втором этаже я хочу сделать что-то типа склада. Такс. Такс. Делаем себе побольше. Сундуки. И идем на второй этаж. Здесь это, ну, как бы, вот эта вот часть, это, конечно, просто декоративная. Но здесь я хочу сделать, ну, типа, как... Нормально, норм склад. Так, скидываем быстренько все ресурсы. Если вы также скажете, что, типа, Санжар, зачем ты все вперемешку делаешь? Я вам так скажу, ребят. Я вот не хочу, я вот такой человек просто. Я вот, мне лень, ребят, это все рассортировать, сортировать, там, лям-тролям, такс. Все. Так, что ж. Ладно. Так, удобно, не мешайте, а. Итак, ребят, что ж тут я оборудовал такие вот бочки. Так, что там у нас на улице по ситуации? Плохо у нас тут по ситуации. Где мой меч? Так. Умри. Уйди. Так, крипер. Блин. Короче, я спать пошел. Ёк-макарёк. Вот же... Блин. Ну ладно, у меня вроде как не бомбит. Да не бомбит у меня! Ты чё орёшь? А чё они говорят, что у меня бомбит? Ты что, у меня нет бомбит? Я бомбит у меня! Блин. Блина. Да блина. Так, умри. Он знал же, что это так обернется. Фу, блин. Ах, где там мои сундуки? Ай, вот знал же, а? Вот как знал. Короче, ладно. Быстренько скидываем все вещи в сундук, сейчас мы этот. Походу придется переезжать. Так. Складываем все это дело. Так. А теперь идем подбирать все вещи и потом уже поспим. Ура, все подобрали, да? Все подобрали же, да? Да? Да. Так, что там? На втором этаже ничего не осталось? Фуф, все, короче, спим. Да блин, а! Уйдите, умрите, у меня бомбит! Умрите. Я пойду спать. Короче, я пробрался на второй этаж своего дома. Сейчас я заберу все вещи и... Я даже не знаю, на самом деле, что мне делать. Так, вот все мои вещи. Сейчас мы разломаем этот сундук.
Такс. Ё-моё. Так, что-то больше не осталось моих детей. И этот супленький еще и убил моего этого. Моего попугая. Ладно, складываем все вещи сюда. Сейчас пойдем за вещами. Вообще, я не знаю. Вот напиши в комментариях, что мне делать с этим домом. Мне его отреставрировать? Или как? Его восстановить? Или мне вообще построить новый, например, там домик на дереве? Какой-нибудь. Так, где там еще были мои вещи? Там же еще остались мои вещи. Ё-моё. Так. Да, вот здесь вот еще есть мои вещи. Ладно, то вот эти все декоративные вещи мы заберем чуть позже. А пока что мне приоритете вот что. Такс. Все, идемте сложим это все дело обратно. Ё-моё. Так. Сюда. Ладно. Но если я собираюсь построить новый дом, то мне нужно рубить дерево. А еще, кстати, я, пожалуйста, беру еще немного бамбуку, на всякий случай. Вдруг там пригодится строить, например, строительные леса. Так. Ну, хорошо. Ну, к примеру, я вот... Хотя, знаете, возможно, я и восстановлю ему свой старый дом. Ну, хорошо. Сейчас оценим ситуацию. Ну, вообще, в принципе, повреждений тут достаточно много. Так, а сколько у меня там костных блоков? Или этот крипер все мне тут взорвал? Все костные блоки. Так, сейчас посмотрю в сундуках. Ну-ка, себя нет. Ну, в принципе, ну, мне кажется, что восстанавливать этот дом не совсем целесообразно. Что ж, прямо вот на такой нотке я, наверное, буду и заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами был снова Снжар. И до новых встреч. Пока.